make a change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Oh, nice. Now maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to sail on hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it through? Здравствуйте! Привет, ребенок! Ну, рассказывай, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Азер Насибов. Я из Ленинградской области, Волховского района, города Сясь-Строй. О, молодец. Прекрасно. Ну, во-первых, спасибо большое за доставленное нам удовольствие. Наверное, начнет Дима как первый повернувшийся, раз уж у нас тут такой да? джекпот, а конечно. Что, правила да. такие появились? А всегда были, вы забыли. А. Ага. Какая уже у меня память. Ну, хорошо. Но дело в том, что, конечно, я очень сильно удивлен тому факту, как вы здорово держите интонацию, как вы здорово относитесь к слову, и как вы, надеюсь, все-таки еще потому, что у вас есть это чувство вкуса природное, я подозреваю, оно присутствует, и то, как вы произносите окончание, все это было слышно. Это как раз пример молодым, тем, кто будет выходить на сцену, как нужно исполнять текст, как нужно произносить слова. И то, как вы вошли в эту модуляцию, я удивился. Я думал, что это mm-hmm. будет сейчас mm-hmm. небольшая, извините меня, лажа. Я думал, но потом оказалось, что это модуляция, и я просто обалдел. Модуляция восхитительная, я после нее и нажала, потому да, что это такая проверка, сразу. Ой-ой-ой вообще, правда. А, мало кто ее делает. Поэтому вы, конечно, фрукт еще тот. Точнейший. Интересно. Очень красивые ноты внизу, очень такая приятная свобода наверху, и она не связанная с вашим возрастом. У вас эта свобода, она в голове, и она такая и будет, совершенно не переживайте. Вы бесстрашный, как будто бы. Несмотря на преклонный возраст. На преклон, я имею в виду мутацию, которая, видимо, ну, все да. равно же впереди. У нас еще не было еще мутации. Нет, я еще хочу сказать, что я по национальности азербайджанец. Ты молодец. Вот мы не спросили, а он сам сказал, понимаешь? Скажи, пожалуйста, у тебя музыкальная семья? Нет, к сожалению, у нас в семье даже прабабушки, там мама, папа, никто не поет. Никто не поет? То есть совсем. Нет такого, что вот за стол собираетесь, их поете хором? Нет такого? Нет. Один ты отдуваешься за всех, да? За прабабушек, да. за бабушек, как давай. А ты поешь какие-то азербайджанские песни, знаешь? Да. О, любишь? Можно кусочек? Может, кусочек? Давай прям маленький-маленький. Эй, Езизана, Азербайджан, сене баглыям, Азербайджан, өмрүмүн мен асысам.
кардашлых дуньясы сан, анамын анасы сан, Азербайджан. Знаете, так на самом деле хочется провести некую параллель, что у вас такая энергетика очень похожая, как мне кажется, вот и голосом, и так к тому, как вы держите эту прямую ноту, как вы можете управлять этой вибрато, на Лабертино Лоретти очень похоже, какой-то, знаете, каким-то отношением. Я вам, кстати, очень хочу пожелать прекрасного этого будущего, независимости от того, спасибо по какой огромное. Дороге вы пойдете, но главное, чтобы вы сохранились. Сохраните, пожалуйста, свой дар. Ну, теперь, знаете ли, такой момент волнительный для нас, для всех, потому что мы затаились в ожидании вашего выбора. Я вас очень всех сильно люблю, всех слушаю с детства, но я очень хочу в команду к Пелагее. Ты мой хороший, спасибо тебе большое. Мы с тобой петь будем, я знаю, что. Каждое слово, которое произносил, от души абсолютно. Ой, спасибо. Молодец. Спасибо.